Послание Владимира Путина Федеральному собранию обсудили в региональном правительстве. Губернатор вместе с министрами и главами муниципалитетов решали, как ускорить выполнение инициатив президента на уровне субъекта. Немалый блок послания Путина Федеральному собранию касался поддержки регионов. Суммы, которые могут получить субъекты, напрямую зависят от нынешнего положения. Например, коммерческих кредитов. В этом отношении Мурманская область показала себя в выгодном свете. Таких займов у нас почти нет, что позволяет рассчитывать на больший объем финансовой поддержки. Она пригодится для реализации многих инфраструктурных проектов. Какие-то проекты? Это, безусловно, все, что связано с инфраструктурой энергетики, все, что связано с дорожной инфраструктурой, такие проекты, как модернизация нашей областной больницы, реализация крупного проекта в сфере жилищного строительства. Правительству региона осталось подготовить пакет документов, чтобы получить средства на эти проекты. Их еще, к слову, предстоит как минимум обсудить с главами муниципалитетов. Упомянул глава региона и про программу туристических кэшбэков и кредитов для развития гостевой инфраструктуры. Принципиально важно вообще вот такое внимание к субъектам федерации, которое вчера было обозначено нашим президентом. И не только субъектам. Социальные выплаты, заявленные президентом, по мнению Андрея Чибиса, должны быть максимально автоматизированы. Ведь порой семьи и не знают о положенных льготах.